первое начать с того. И сколько можно? Получит водокачку. Они будут брать, индульген. Брать, говорит, отключим газ. Да. Так, что, один был индульген? Да? Сказал бы, кури, будем ходить. Может, что подумали. Нет, четыре. А так? Нет, не надо, где попало. Я там, там, говорит. Это два уже. Thank you.
Вот где-то здесь граница Тюменской и Омской областей. Да. Успел покурить? 6, еще раз. Полчаса, еще полчаса. Нет. Так, мокрый снег, по-моему, пошел. Снег? На улице минус 15. Не, не может. Насмотрели, было минус 1, вот сейчас. Минус, да? Минус, да. 1? Минус 1? Ну, я видел, там это... Достать? Этот снег, скорка эта блестящая. И на участке, еще побоим, вот, да? Ты перебыла вчера. Ох, ты господи. Ну что это вот теперь? Ты обратил внимание? Да. Вот эти вот колоси, этот, как его, камыш, да? Мы когда ехали, камыш торчал из снега вот настолько. Да, ты запомнил? Ну, приблизительно, приблизительно. Да. А вот сейчас вот настолько. Самое красивое. Аккуратнее, аккуратнее, там полная сумка денег. Ну что, подъезжаем. Так, время у нас 56. Ой, что, 20 минут осталось? Нет. 17 минут? 15 минут стоим. Чего такое? Все собаки кормят. Все собаки что? Кормят. Чем собаку кормят? О, собаку кормят конфетами. Телекардесы. Мороженым кормят. Без каблука. А я не даю ему с мороженого бургера. Сам кушаешь, что? Да? Ну так, а здесь мы ем все. А тебе уже разрешают мороженое, да? Да? Когда только покупали. А помнишь, я тебе показывал фотографию? Как здесь? Решает. Вообще он не пишет. Оно что будет делать? На целый год плачет тебя. Даже на полтора, наверное. А я уже его высылкой буду собирать. Что, на саун-то? Не правда я говорю. Правда говоришь, правильно. Без деликатности сразу в лоб. Она не про... А ты просишься? Да? Еще хочешь?
Так, давай, пройду к телефону. Так, мой аккумулятор разряжается. Что не думаешь, что такое? Время показывает. Это скорость. Ты в школу когда пойдешь? На сколько лет? Не знаю. Ну как не знаю? Ты же не знаешь. Разговариваешь, не знаешь, когда сколько лет? 15 минут все стоим. Сколько успеем? По 10 лет успеем? По 4 успеем выпить. По какой потенциал? В армию. Да? Какой бы ты отчился? 3 минуты. Я армию даже не понял. Ты в армии был? Ты служил в армии? Пойдешь в армию? Будешь служить? Родину защищать? Я маленький еще был. Смотри, я еще не родился. Когда большой будешь, ты пойдешь? Я родился еще. А ты не пропусти. Нет. Пропусти. А он еще не родился. Так. Так что добираешь на зарядку? Будешь в армию? Да. Я не знаю пока. Советский Совет еще я даже в армии застал. А Виталик? Советский Совет какой-то был. Аврора. Прима. Значит, тебе тоже нужно. Ну, Прима у нас там была. Столичная. Офицер, да? Господи, их же невозможно. Их невозможно. Прима и то лучше, чем столичная. Прима хотя бы тянется. Ну, да. Столичные вообще вот там разрывали сигареты, там один мусор, там, вот пол подмели, за них мусор туда. Да я думаю, как короче, начали вас сигареты пить, да? А? А ты в армию ходил хоть? Да. У нас один хохол, один покупал, он тут ему же сектестер. Спрашивает, где Семен? Поехал, говорит, за сигаретами. Ну, пачками. Купил, Мурлёху как раз затишки взял, уже второй нет, надо заново. И вот этот хохол идет. И меня там сигареты вытянули его. Идет, кого сигарет ездил, о, пачку забили, битым, ну, упал. Он взял одну, вытащил. Я говорю, забери себе. Ой, спасибо, спасибо, пошел. Я что, ты что мне дал-то, говорит? Я одну нишу не перекурил, спичка кончилась. А ты всегда курил. Какие твердые были, да? Да он что-то не горел. Он кое-как один затяжку взял, и все, он тухнет. Опять надо прикурить. Да не, не сырые, они сухие, они как-то не знают, что за сигареты. Ну, я служил, у нас ящик стоял в казарме с сигаретами, дымок. Дымок. С бесплатными? Да. Ничего себе. Не, я не курил армию. Ну там не, нет, не все же курили. Я помню, для нас радость была. Приму. Пятерых, шестерых. Нет, он оставил ящик. У нас один был это. Летом зовешь, Шевроле, там, земля. Сигареты есть, есть, говорят. Фильтр или Астра? А, я говорю, Астра найди, армия, кури, на, потом фильтр будешь ставить. А сколько в армии тебе платили? Платили? Да. Ну, рублей 700, наверное, на... Ну, 700. Рубля был. А у простых солдат было, ну, где-то 300. У нас 3 рубля было. У меня 7 рублей. Вот у вас хорошо, у меня 3 рубля было. 900. Ну, у меня это за звание и за должность. Всего. У нас автобус как простой солдат, 3 рубля. 40, нет, радиотехническая войска. Ну, 3 рубля платил у нас, как ты знаешь, мы нас командировку отправили, блин, вот на Брижин шоу, да? 370 раз, да, было? Карты приготовил, ты поиграть? 370 потом. Должность. А давай после 50. Остановки мы сейчас остановимся. Разряд, сейчас уже не помню. Со 7 рублей, 7.40, по-моему, выходило. Но это много было. Ну я не курил, у меня что-то. Давай, а? Покажи. Вот там где ты убедаешь. Нет. Покажи. Где ты? Двигатель на завод наш. Был? Там часть дает. Да, да, да. А ты не лезь туда, сейчас тебе подать. Вот там, какой там служба была? Служба не была. Все гуляли у нас было по городу. Там поселок. Там туда купах посадили нас, сажали. Потом солдат убили нас, запретили опять туда. Я
Корова стоит. Уже закрыла, да? Вот два солдата. Вот это шкура. Потом же закрыли туда попасть. Такой сидит. Ух ты, давай его скушаем. Ну, новый поселок. Кусы. Ну-ка, поджигай. Вот это? Нет. Это перемотал куда-то. Тут не было же службы, блядь. Все, блядь, как урота устроится, никого нет, нет. Все куда-то. Вот, да. Все уроды. Да. Потом у нас запалит кость. Слайд. 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 Что, скоро праздник будет? Вообще, катало. На лесу, по-моему, да, на лесенку? На лесенку, по-моему. Я дорогу сюда, блядь, встал. Побежит, да? Я посигнал, я думал, он будет бояться. Ни хрена, встали, его смотрят. Там. Собаки или лисы? Лиса, лиса. А. Это где? На дорогу я, блядь, страх. Да много попадается, особенно зимой, спасибо, когда едешь, вот да? Под воду попадают. Играть? Они, нет, это, да, я говорю, забирают их, они ж ледяными становятся и с собой везут. Казахстан, едешь, Казахстан. Сколько дорог? После остановки. Я один раз 18 штук почитал. Животных очень много погибает, да. Они пищи не что ли говорят, смотрят за дорогу, что ли? Нет, просто голодные. Голодные, да? Голодные, да. Я вот ехал с этого, с Мурманска в Москву. Это трасса Кола. А там эти медвежонка прикормили. Медведи выходили на дорогу вот, и просили их кушать. Холодно было, жрать еще. А, это ваше. Вот это у нас кама есть, да? Кама. Пошел на рыбалку, пакетом иду, пакет шуршует. Блин, у меня такой плюсик, что-то идет за мной. Я поворачиваюсь, блядь, ты, я еще испугался, лиса. Пока сидите, кормите его. Он привык. А я пакет шуршу. Бля, побежал, бля, пакет что-то не забирает. Где-то кормит, говорит, его там. И вот прикормили вот дальнобойщики, и вот медведи выходили на дорогу. Да, они, видишь, привыкают. Да, едешь и опасно, боишься, сейчас увидит, не успеешь затормозить. И... Умеешь подтягиваться? И зимой прикормили, а летом выходят. Потому что не умеешь. Но они интересы человека тронут, или нет, если вас выйдешь? Не знаю. Сколько раз ты умеешь подтягиваться? 10 раз подтягиваешься? Для них человек тоже еда. Ну да, они дикие все. А 40 раз? А Волька говорит, нет, Волька если кормит, говорит, Волька не будет трогать. Да, от этих. Только здесь не надо, здесь пол грязный, не надо. Что, реку я еще не буду показывать. А приседать? Еще доезжаем, не проезжаем. Приседать нет, умеешь? Река. А, нет, шум, ты зарядку делаешь по утрам? Ух ты, в садике ничего дома себе. Не делаешь. Где-то была собака ухала. А сапожки будут у пса? Сапожки есть? Трусов нет, что ли? Сейчас сапожки, я валенки. Ну, а чего, чего? Вчера, по-моему, где-то остановились. Я вот так убью. Еще на машине еще ехали. А, возле этого рубина. Вот подбегала там эта сучка, она видно было по соскам, что щенки у нее. И холодно, это она бежит на трех лапах. Да. Я же говорю, не замерзает. Замерзает. Ну, греет, да? Да, да, да. Ну, что интересно, хлеба кинула, не стала брать. Что, собака? Ну, да. Они все там вообще... Она стояла, они крепом меня. Приезжаешь там куда-то, вот, ух ты! Там Версачи, наверное? Или кто там? Даже будет плотно, а смотри, какой. Да что ты будешь делать? А я их не больно! Это круто! Ты хочешь такие сапожки? Нет! Скажи, папа, купи такие сапожки. Нет! Так, все, Ишима. Нет, главное... Пригород Ишима.
дверь закидываем. Мы его так положим. Мы все в Саратов хотя раз. Она вообще понимает, что гулять идет? На любые зимой без этого, да, без сапога. На любые начались. Поэтому и терпит. Ива, проживай же как-нибудь. Чем? Они чувствуют, они понимают, что что-то будет для них кайфовое. Ну, он же понимает, что на улице он уходит с Виланева. Проживай, что собака. Бианка у нас была, вот так вот сидишь, а он сидит, ничего не наблюдает. Она даже взгляд понимала. Вот, ну, ты еще так раз на нее глянешь, я смотрю, она уже завиляла хвостом, пошла это, тащит поводок. А если скажешь, ну что, с визгом опять тащит поводок, ты уже знаешь, что на улице. Потому что за словами «ну что» последует, пойдем погуляем. Слушайте, не могу вспомнить. Нет, ты сказала пьянка, и я начал вспоминать, как звали отца, как звали мать. Там что-то Гранда Стелла Венеция какая-то. Нет. Бенни, это отец. Это сокращенное. Там вспомни, какие у них там имена из 5-7 слов, наверное. Вот Гранда Стелла Венеция, это, по-моему, мама была, да? А это Венеция, у них второе. Второе там еще сложнее, я даже вспомнил. Ну собака была. Ой, как она там. Как паскала овчарка. Табуретку разгрызла. Вот просто вот ложка, один щелчок, все, пополам. Приходим домой. Под кровать залезла, так закрылась. Все, все в щепках. Она вчера меня в шоу брать. И соседка вышла с таксой. А так, мне телефоном забрать. Я говорю, собирайся. Да? А я сейчас приду, я на улице побуду и приду. Я говорю, собирайся. Да, да. Так, нам, у тебя наличка есть? Так рвануло, стальное кольцо разорвало. Зачем наличка ему? Я вот шапить хотел. Чем курит? Что, ты не куришь, что ли? Я научил бесплатно. Он не курит. Кто не курит? Он курит? Да. Курит. А кто не курит? Я не курю, я. Научить бесплатно, на халяву. Не, я недавно бросил. Если был бы, да, так, не курил бы вообще, можно на халяву. Ну, учиться. Не курил, да, просто большой курит. Что там? Очередь там чёрная. Можно? Я их не люблю, да? А если со скидкой? Слушай, она поэтому богата. Да я так и получил. 100 рублей поставил. 100 рублей, 100 рублей. Ну, москвичей так будет, а мне там проезд. Проезд отечественный? Везде. У меня бесплатно. Ну, пенсионеров, конечно, нельзя почему. Ну, халява. Почет. Такой почет. В этой стране 20. Побегаешь у меня, зайка моя, побегаешь на улице. А в Москве 55. Сейчас тебе ремешок снимут. Как рванешь в Тюмень, там будешь ждать мамку, да? Так, все. И шин, приехали. Ледяной. Палаток нету каких? Да с той стороны палатки. Где-то. На фоне Ишива. 0 градусов. Видел? Ну, поэтому вот ледяной, это лед идет с неба. Да. Надо идти попало. Положение определено. Станция Ишим. Это любимый город Валентина. Да.
Так, стоим. Где стоим? В Ишиме? Идет ледяной дождь, снег. Сейчас, наверное. И сейчас и выключу. Да. В Москве тоже что-то, машин же нет. Положение определено. Сейчас гнали Toyota Corolla и Toyota RAV4. И сколько будет нормально, наверное, до Москвы? Ну, билет оплачивают. Бензин оплачивают. Ну и так, что-то остается еще. А за километраж там сколько платят? Не километраж, там определяют полную стоимость. Стоимость билета. Ну, назад. Бензин туда. Стоянки. Ну, где платные стоянки. Вот. А вы куда? Куда гнали? Красноярск. Красноярск. Ну сколько там Красноярск? 4. 1000, ну сколько там? Заработок чистым. Сколько? 15 вышло? Нет. Нет? Меньше. Меньше. Меньше? Ну, вместо зарплаты как? Я в это... А я же... У меня же пенсия. Я мне это... Я вот в основном видео снимаю. Мне для этого нужно. Ну, бесплатно получается видео снять. На улице и на видео зачем тебе? Видео в Ютубе. Чтоб люди смотрели. А? Хобби. Как? Хобби, да. Хобби. Хобби. Сколько этих хоббей? Подписчиков? 1600 человек. Я скину, конечно. Вас как зовут, Саша? Меня? Александр. У вас есть, да, на YouTube? А что? Называется «Видео дорог России». Надо как-то смотреть. Ну, там интересные кадры есть. Там мошенники на трассе. Ну-ка. Потом что еще? Как называется? Видео дорог России. У меня два аккаунта. Видео дорог России и Видео дорог России 2. Вот Видео дорог России 2, там без ускорения. Ну, в реальном времени. Что делать там? А на Видео дорог России там... Через 6 часов. Ну, иногда в 2, иногда в 3 раза с ускорением, чтобы те, кто поедет... 6. Ну, не заморачивались на какие-то... Ну, пусть уж нет маленьких. Ну, дорога Россия, наверное, виду не надо писать. Нет, нужно это в поисковике, может быть, в Яндексе, в Рамблере. Там самое первое, 3-4. Дорога Россия, да? Да, это мои аккаунты. Нет, а как же вам оплата? Там монетизация включена за количество просмотров. Нет, это понятно. А вот вы перегнали. А здесь там устраивает тендер. Что ты говоришь? Этот, компания. Ну, кто предложит самое низкое. Минимальное. Да, да. Вот так вот. Вот. А это с какого на каком сайте? Этот у него сайт есть. А как его зовут? Валентин. Вань, слушай, один вопрос. Вы вот эти машины перегоняете. А как вы их ищете? С какого сайта вы берете? Я не с сайта, у меня с клиентами. Я давно работаю в этом. А вот этот АПС или как его? АПС это не сайт, это сайт, но это наш сайт, на который клиенты заходят, видят, какие услуги мы оказываем, там указано, что перегон. Вот, обращаются, и мы его перемещаем. А сами не ищем. У меня просто заключены договоры с клиентами. Они знают, что я этим занимаюсь, и ко мне напрямую там Валентин, нам нужно перегнать оттуда туда. Сколько будет стоить? Я им объявляю, если они согласны, мы перегоняем. Ну, отжимают по полной. Значит, слушайте, я сейчас скину адрес, один номер телефона. Нет, ну нам просто интересно, забрать, это, знаешь, когда вы... В старом костюме. Ну, кстати, это, вы можете общаться. Нам домой как возвращаться надо. Какой Блаблакар? Вот бывает иногда вообще не начнут в Москву. Вышла Москва. Вот такие города. Это не вы, что ли? Летом, особенно когда какие-то праздники, там массово народ перебегает. Вот это, да? Да, бывает. Мы бывает, сутком сидим.
я вижу. Это здесь не поможет. Не поможет. Ваша, да, твоя? Месяц вообще нет перехода. Месяц там. Ну, вот сейчас вот в феврале было 9. Конечно, тоже там. Я сразу вижу. Практически, не практически, а все были из Москвы. 5 машин в Крым. 2 машины в Северо. Это другой штраф. Это тоже моя. Вот это моя. Поэтому если вы там находитесь, ну, я не знаю, там, в Красноярске, да, Тима, из Москвы. Домой, именно из Москвы, это сложно. Особенно летом вообще, потому что там нету. А летом перегонов практически не бывает, ну, потому что в отпуска люди особо не работают, такие все на расслабоне. Под Новый год, Новый год и лето. Вот я снимал. Так сказать, летом, а весна, осень, просто я не был полторы бы наши. Беда. То есть на очень. Я остановился, на камеру, которую не нужно. Они цены же дирают, но все равно ладно, хоть как-то там. Это по телевизору показали. Но летом, вот если, ну, только Блаблакар, есть еще этот новый Дипкар. Да, это мы знаем. Это чудо, мы это не знаем. Там тоже бывает ничего нет. Я один раз в Уфе попал там. Приехал. Главное, когда ехал, были предложения. Только в Уфу приехал, блин, ничего не осталось. А из Уфы куда? Да, у меня вот тоже были такие, я этот прокладывал объявление, поскольку мы ехали много остановок, с ночевками, я выкладывал Москва, Нижний, Мамушнева, Казань, да, Казань, набережная Челны, вот так вот указывал, из Казани, набережных Челнов до Уфы, из Уфы до Челябинска, вот, вот так вот даже чередовал, но начиная с Челябинска, все, у меня никого не было. Говорит, что золото не съел, тут уже так они не ездят. Но там, за Уралом, такое передвижение, оно как-то пользуется спросом. Есть как-то контакт. А здесь, там за Уралом. В общем, это таких видео там много, 4 или 5 видео про машины. А вот здесь такое не практикуется, а там массово, да. Вот потом интернет пролаживаешь, да? Мы, допустим, откуда возвращаемся до Казани. Это заработаешь на карте? Да, монетизация включена. Там это, особенно вот казанщики, постоянные предложения. Постоянно заранее нельзя, не знаете, заранее не можете спланировать, когда это сделать. Нет уже, это приложение или билеты погнали все за. Их отставать надо, сажать надо. А их это уже нет. Уже 2 года я ездил, а 2 года уже там таких нет. Ну вот сейчас, допустим, едем, мы не знаем, как это так. Ну вот смотрите, вы сами дальнобойщики сломали сразу. Вы знаете, что из набережной Челны у вас будет понимание, что вы едете. Нет, ну, Красноярск. Показывали. Я, вот, я узнаю, когда я приеду. Вот, вы же можете, когда вы знали, куда вам ехать. Они же там по дереве есть. Очень развитие. Я тихонько, чтобы наши по дереве тихонько. Блаблакар, автобусы, поезда. Самолет, кстати, я уверяю. Между автобусами. Ну вот я сейчас смотрел, мы уже купили билет на поезд. За 3 месяца секунд, по-моему, колеса. На самолет 400. Да, то есть 1000 переплатить, но я бы в Москву ехал. Это Челябинск, машина была в Матрасе Челябинск. Это Челябинск, это область, Рязанская область, там 4 же переплатить. Говоришь, мне это в Москву не надо, а в Казань. Ну, в Казань ты тоже не надо поехать. Подписка бесплатная. Ну да, так.
А мне опять же по деньгам. А да. Подписка она для чего-то вообще? Как только я новое видео размещаю, сразу тебе идет сообщение. Ладно, буду туда подписаться бесплатно. Подписывайся, конечно. Может, себя увидишь сам на трассе. Серьезно. Многие ребята, подписчики, говорят, я говорит, в этой машине ехал. Ну, там какие-то попадаются. Обгоняешь же много автомобилей. Есть такие. А вот это видеокамеры сюда смотрят? Тут тоже видят, да? Как? Вот это видео сюда тоже видят? Нет, только на улице. Или только на улице видят? Сейчас, что ли? Да. Можно здесь снимать? Нет. Хочешь, тебя сниму сейчас? Нет, я знаю, что можно снимать. А они здесь видят, только на улице смотрят, да? Сейчас, да. Ну, нет, он считать умеет, а цифры, как выглядит, он не знает. Вот, смотрите. Интересно, видео «Дорог России 2». Там в реальном времени, без ускорения. Этот, посмотри, Москва, Симферополь. Что-то тихо есть. 47. Ну вот скорость такая. Сейчас уже выключу, уже батарейка, аккумулятор садится. А вон там сейчас эта зарядка, наверное, заберу. Нет, и карта памяти. Кончается, да? Ну там уже вторая карта памяти записывается. Их хватает на 9 часов каждой карты. Ну, пусть долго перегонять. На внешний жесткий диск. 4. А вот это для чего? Вот просто на улице снимают, для чего? А? На улице просто снимают дерево. Для чего? Просто так? Ну, не все же на поезде ездили и видели Россию. Вот. Кому-то интересно посмотреть вот на природу России. Ты еще его комментируешь, да? Ну да, иногда комментирую. Многие вот уехали за границу, живут за границей. Им интересно посмотреть на свои родные места, узнать. Да, бля, притурился, прикинулся, да, бля, как бы там ауфанец, что ли, да цыгане это. Цыгане, да. Цыгане. Там такие комментарии пишут мусульмане, вот кто начинает Аллахом, да, то такие серьезные комментарии. Ого. Это меня земляк рассказывает там. Сикан подошел, обнимал. Как дела туда, он до его не знал. Оказывается, у него там карман деньги был. А, вот. И все, бля, были. Ехали слава, но мужик потом пишет, блин, деньги потерял. Как потерял? Где потерял? Да блин, с кем был, да? Какой ты, бля, мужик сиганно со мной, бля, обнимался по здоровью со мной. Да, блин, вот то, что он снял, бля, твои деньги. Специалисты. Сердится. Нет. Знаешь, свет отражается в этом в стекле. Да. Салон, поэтому я закрываю, чтобы этот салон не снимать. А он еще сюда снимает? Ну смотри, видишь, это отражение в стекле. Вот это отражение отражает, поэтому, чтобы не отражалось, я закрываю. Все понял, да. Он еще отражение в силу вот это. Иногда попутчики просят снять их. Я их тоже снимаю, потом пишут мне, о, это говорит, мы там сидим, помните? Я не могу все помнить. Меня все помнят, а я один замет. Наша работа в поставщиках тоже была. Всем здоровья, все по городу. Сколько-то?
И никого не знаю, потом думаю, а я-то поставщик уже, все знают. Ну да. Товар поставляешь, все магазины, еще одно. Вот они мне один. Мешай, малой. Вот чего нет. Короче, мешай, малой. Обманул, да, ребенка? Нет, сюда. Ну иди ко мне. Умка, Умка, иди ко мне. Я тебя поглажу, иди ко мне. Ну, иди ко мне. Я тебе чипсы дам. Мама тебе не разрешает, а я... Тихо. Вот так. Обиделась. Все. Нормально. А ты меня не будет разговаривать. Чипсы. С луком. Шашлыка давай, Вася, с сосисками, чипсами. Можно. Шашлыку побольше. Тушенку будешь. Тушенка есть, хочешь? Все больше предложи, да. Не кормит мама, не кормит, мы знаем, да. Голодом тебя морит, да. Иди по вагону, скажи, сама я не местная, это люди добрые, подожди. Покормите. Вон домик твой рядом, видишь, какой домик? Пластиковый. У меня такого нету. Так, ну что, пошел снегопад. Краснодар как снег выпал, да? Снег метет. Краснодар, выпал снег. О-о-о. Там троллейбус толкал. Не, ну в Краснодаре, говорю, морозно, я замерз. Это в Новороссийске мороз 20 было, вот неделю назад. Вот неделю так. Неделю два назад. Краснодар снег выпал, мороза не было. Утром же начал достать. Мы когда вот месяц назад были в Крыму, снега вообще нет. Трава зеленая, поля зеленые. Да. Винограда, да, все. А? Винограда все растут, да, Крым? Виноградников много, но они еще этот спят. Они вот сентября собираются, вот у нас. Сейчас строят хорошую дорогу от Керчи к Севастополю. Так и стало, зеленый собирает, около дорога продает покупать. Как можно его зеленый собрать? Остановился, зеленый. Они сентября, 15 сентября пойдя, у нас собрались. В Крым не перегонял машины? Куда? В Крым. Нет, в Крым не было. Нет, сейчас вот там, я говорю, дорогу строят от Керчи до Севастополя. А просто шикарная дорога была. А, дорогу строят, да, уже? Вот мост уже заканчивают, там уже мост стоит. О, уже мост сделали, все, да? Арку сделали, но пока еще не пустили в эксплуатацию. Технически там ездят. Сколько длина там мост? А? Длина сколько это моста? А, черт, Валь, сколько это Керченский мост? Че, сколько? Вот, я знаю. Несколько километров, наверное. Его же еще не запустили. Не, ну там-то машины ездят, это грузовые строители. Ну нет, но а что, плавающий мост? Не открыли еще. Он на плавающий, на тросах или нет, как? Нет, он это свай. Да, капитальный мост. Давай, ты что, ушел? Мы просто на это на пароме перебирались. На паром раньше, а сейчас уже через сейчас мост. Паром, да, еще ну вот мост пустят. Я не знаю, что будет с паромами. Ну, найдут, наверное, что-нибудь для них. Паром что? Все, паромы закроют. Не, ну что-нибудь будет, например, в Турцию возить туда. Что-нибудь будет. Подожди, а это... Там такое, причем там такие паромы шикарные. Черное море же. Керченское море. А? Прямо что за море там? Валь. Давай, деревню туда. Что там за море? Керченский пролив, а море какое там? Средиземное? Зачем? Между черным. Азовская, Черная Азовская. А, черная, вот так, как да. Понять, черная Азовская.
Ну я в школе плохо учился. Черное море, я желтый. Прорыв между морями. Они вот вместе, да? Да, вот это место. Ну, они там одно место соединятся, да, а потом уже еще раз. Ну, там самое узкое место. Там паром-то идет полчаса. Да. Это за что далеко, за на что ли надо? Там большая очередь собирается, большие грузы стоят, там длинная очередь. А вот мост пустят, там дорога уже к этому времени. Знаешь, они надежные, нет? А? Они надежные, этот мост? Ну, просчитали. Не, они сейчас качество, вот это материалы, качество очень плохое. Нет, ну там под контролем у президента. Да, Россия там голову отрывает к чертовой матери. Все деньги смывает, наплевает контроль. Нет, это политический вопрос, там, это... не дай бог. Ну, с космодромом, Лисец, что ли? Где эти руководители? 15-16 человек. Да посадили их нахрен, они там по 12, по 8 лет там дали. Да. Нет, надо, с государством... Их надо повесить, не 18 лет, а вот. У них отобрали все, что наворовали. Еще и штраф. И штраф, еще и сидеть будут. Вот так не делайте, чтобы всех так было. Так дело в том, что это стратегические вопросы. И они вот... А вот это Мимодов, самый большой аэропорт России, да? А может, не знаю, мир или нет. Самый большой аэропорт Мимодов. 94 километра. А взлетно-посадочный? Да. Ну это стандарт, это у всех аэропортов, кто принимает международные авиарейсы, у всех длина. Ну, 4 километра. Его строили, олимпийский игры был, что туда все будет приземляться, да? Это аэропорт сколько разломали, он уже делали, все готово. Он же через некоторое время начинает трескаться сам собой. Ну там могут быть просадки. Да? Короче, купили? Нет. Короче, купили некачественные материалы. Да, ну может быть такое. Они предломают заново. Задолбали там эту ломатый аэропорт. Некачественный материал, и все начинает трескаться. Да. Вот поэтому я говорю, не дай бог качественный материал, кто знает, что. Нет, там будет очень строго, очень жестоко. Я не думаю, что кто-нибудь рискнет. Поменьше есть. Вот там клей вырубили. Опасно, да, это вот что. Интересно, высоту сколько там этому остановить? Издалека его видно, когда паром переходит это самое. Издалека видно, там далеко на горизонте, это арка там моста. Видно. Очень много людей едут на работу в Крым. Очень много. Вот. Скоро мы тоже туда поедем. В этом году я два раза уже был в Крыму. И вот каждый раз там паромы. Часто ходят. Через два, может быть, через три часа, по-моему, идут. Очень много людей из Узбекистана. Узбекистана не было тут? Ты везде была уже, ты сказал. Баку не было? Так, ну что, снег налипает на окно. Что говорит? Машины гонять, конечно, там. Где собака была? Это общественное, да? Да. 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 Ничего себе, я даже не знаю. Это для нас. Это Бразилия. Тут тоже воина из Гелиона всякий. Все кофейня. А вот это Крым, там это... Украинцы там живет, русские, все национальные. Ну там в основном это русские живут. В основном, да? Да. Севастополь такой вообще. Почему раньше в Крыме был? Хрущев передал Крым под оперативное управление Украине. Это была территория России. Крым. И в нарушение всех законов президиум Верховного Совета передал эту территорию в подчинение Крыму. Да, раньше было СССР. Да. СССР, да. Ты просто знаешь, что ты разницы нет, да. Чья, да, да. Вот так, разница нет. Сейчас началось.
Ну, Брэд уже в Украине вернется. Да, конечно. Да я уже там люди отсюда уже настроены категорически против. Да референдум провели там 90% высказалось. Как только так сказать. Крым где это съездил какой-то. В Крым? Ну там очень красиво, там по дороге едешь, море видно. Да. С левой стороны походу. А природа есть там? Природа есть, но очень красиво в Севастополе. Там все картины, горы. Там очень красиво. Вот. Другие города, ну скажем так, правая сторона открытая. Левая сторона моря. Да я сама доберусь. Ну опять-таки, надо это летом смотреть. Я зимой с там. Летом я уже видел. Кума, сосиску будешь? Не скажи, мама, налей мне 100 грамм. Конкретно сосиски. Потому что ему 100 грамм наливали. И этот, как ее, вот, футболисты курят. Это кальян. Да, или кальян давай ему покурить. Скажи, я девушка крутая, современная. Ух ты. Так? Это для портфель, да? А я не знаю, забрали? Не знаю. А, нет, да? Предупредили? Предупредили. Будете хулиганить? Да. Ну вот, Тюмень встретила нас снегопадом. В Ишиме ледяной дождь, а в сторону Тюмени уже снег, пурга. Поиграем, да, хорошо. Слушай, нет, вот
дорога, трасса, по которой ехали. Че нету? Нету дорога, по которой. Вон дорога же идет. А, не знаю. О, какая-то машина обгоняет нас. Идет со скоростью, ну, 95, может. На это посмотрел. Ну да, мы 87 идет, а он. Ну да. Не быстро, а так. А мы по ней мы ехали. Да я не знаю. Что, другой дороги нет, это из Ишима. Мы ехали. А, точнее, мы же ехали. Нет, она же еще не факт, что мы Ишим проезжаем, вот так. Я заходил. Состав на Тюмень. Через что мы заходили? Ялуторск. Да, да. Перед границей мы тоже там. Нет. Гораздо раньше ушли. В Кургане мы ушли на Тюмень. Поехали. В Кургане ушли на Тюмень. На Тюмень. На Тюмень. На Тюмень, потом не доезжая в Тюмень. На Ялуторовск. Направо на Ялуторовск. И потом обратно на Тюменскую трассу. Да. Как я? Не знаю, еще сама с орехом не могу найти. Ни разу на этом маршруте не были? Нет. Нет, там дорога лучше через Ялуторовск. Я, кстати, да, она такая красивая. И красиво, и полотно, а в этом через Курган и Бердюжье, там дорога, ты же видел какая-то? Ну да, да. Да и мне что-то не очень она понравилась, хоть и через Бердюжье, вот тут Бердюжье, она нежданчики, да. Да, мне не очень. Ну вот. Я не упаду, ничего не держусь. А, ну надо пропустить. Не очень весело встретила нас в Тюмени. Идет повар ресторана, предлагает выпечку. Вот такая веселая поездка в этот раз, в этот день. Скажи еще давай, что ты не понял. Март месяц, 6 марта.
мама тебе говорит. Ну еще, наверное, час максимум, может полчаса, и съемку остановлю, уже стемнеет, постараюсь перебросить на внешний жесткий диск, освободить карты памяти, зарядить аккумуляторы, чтобы завтра можно было что-то еще снять. Вот от Ашима двигаемся в сторону завода Укопска. Это город в Тюменской области. Поезд раскочегарился. 90 это уже неплохо. Там 4 вагона, сюда 5, 10 вагонов. А вам один раз сходить вы. Ой. У нас без номера, просто вагон и ресторан. С яблочком еще 2 есть, 4 с капустой, 3 беляша. Горячущие, берите, кто еще желает. В каком году? После 15-го, да? За 15-м, да, за 15-м вагон и ресторан. Ресторан до 24 работает местного времени. Бать. Где проезжает? Где проезжает? Да, был бы с морковкой, да? Вот где едем, какое время на месте по такому же. Слышишь, у вас каждый часовой поезд прибавляется. Да, конечно, конечно, вот такая есть. Вот да ё-моё. Да, слышь, Валь? Была бы с морковкой, да, пирожок? Нет, был бы с морковкой, я бы знал. Морковка не вареная, не вареная, не вареная. Что такое зона? Отсвечивает, надо как-то зацепить. Я боюсь, не хватит. Сейчас. Кого еще накормить? В ресторан желающие, проходите. Там бесплатно? Накормим, напоим. Да. Напоите? Да. Пригрели, обобрали. Подержи, пожалуйста, вот эту. Говорит, что денег нет. Вытягивай, да, вот не держи. Так говорит, что без коренного случая. Рука устала, блин, держи. А? Рука устала, все. Держи. Этого, да? Все? Ну вот. Что, это тоже? Ну, у меня больше нету в кармане. Подержи ее. Сейчас. Подержи. Нашел? Ну, вот здесь было. Thank you.
Сколько будет? 15. А сколько там стоит на руках? Полца. Идет потихоньку. Такая вот очень веселая обстановка за окном. Двигаемся на восток. На запад, извиняюсь. Двигаемся на запад. Световой период увеличивается. Я же гордая, я сама еще выпущу.
пожары. Так как я позапрошлый раз ехала, психанула, у меня было я подарки вызывающие, у меня было 4 чемодана. Я будила, он такой, ну когда ты потом, я психанула, я эти 4 чемодана сама. Там уже проводник, давай я вам помогу, девушка, не надо, я сама. Ладно. Зачем они тоже такого пожара, что чемодана тоже поставлю. Скучно? Скучно. Почему? А, все, ничего не делают. Скучно. Один напрашивается, два десять, два десять. Я уже не делаю, у меня взрослый. Просто я, ну, не все хотят, я просто как Раим сказала одно время, я больше сразу приеду. Сразу не сколько мы приедем, да? У меня было такое? Да, один приедет, другой приедет. Другая, я встречу назначала и забыла, что назначу еще парочку. А, еще пара там, все. И там драка началась. Мне так просто не то, что пошла домой спать. Никому, да? Пик вам. Да, ой, простите, батарейка, все, я ушла. Давай, мы тебя проводим. Да, грызу. Вода куда идти? Агресс, агресс, агресс. Казань. Или на набережной Челны, да? Да, Грыза, оттуда 100... Сколько там? 120 километров, да? Да. 120 километров до набережной Челны. Те, КамАЗы выпускают, знаешь? А, понятно. Прежняя, прежняя там. Оттуда. Да, ну, конечно, собачка. Неплохая. Неплохая? Ну, что, смотри, какая у нее кровать какая у нее. Ну, да. Проезжать должны. Может жарко, может. Ну, может только не жарко. Да, это мы сидим в футболках, а она в шубе. А она в шубе сидит. В шубе сидит, жене выпивает. Да, ему жарко. И язык пусть у воды может пить. Водички хочешь. Придется всю ночь. 2 минуты хватит. Давай в этот. Суе па. Не, давай пока сюда поставим. Слушай, тоже стекло заляпано. Да, здесь снег, что-то. С той стороны чисто. Уходи сюда. Давай. Хулиганишь, значит, да? Ко мне или к тебе разберешь? Сейчас ко мне разберешь. Ну так, да. Эх, жизнь, скажу моя, собачья. Ну-ка, а там еще собачка есть, подружка твоя там, в соседнем вагоне. Да, веришь? Через вагон, там тоже собачка.
Пойдем к подружке. Что, не познакомились? Пойду добью. Марина. Когда подходит собак чужой, сейчас ваш у хозяйки. Да, то она же не понимает, надо контрольно делать. Я когда в цирке работала, знаешь, я работала с обезьянами, с попугаями и с собаками. Они, знаешь, подходят дети, а я же несу ответственность за это, потому что я уже судилась. Они тоже, они по барабану, они говорят, нельзя не понимать. Сейчас надо что-то, что у хозяина. Сейчас еще сделали эти контактные зоопарки. Ну как у нас сейчас. А ты был в контактных зоопарке? Обезьяна у ребенка, я выплатил 30 тысяч морального ущерба. Виновата я. Блин, я. Это раньше показывали, да? Ребенок упал через запал. А это горилла взял, уточнил у него. Я не хочу тебя, ты мне не упал. Все верно. Не хотим уже. А моральный ущерб кому? Обезьянки? Сказали нельзя, да, просто, грубо говоря, а то, что папа, это уже я уже знаю свои законы, мама еще. Один раз на грамм не купил, второй раз. Вот, да, нельзя, так цене не надо, а то будет. Просто им говоришь, нет, они же сами же пруд. Да. Ничего себе. Ты подальше выдержался от нее? Подальше выдержался, а то она не понимает. Бубен-то у нас маленький совсем. Ведь это этот, как пес. У нас не такой. Иди на чистке надо. Не надо, не надо. Да. А то она рассердится, потом покорябает. Она же не понимает, она на расстоянии только может разговаривать. Поговорить с ней. Спроси ее что-нибудь. Скажи, как ты зовут? Она не сыкнула. Я боюсь, что она меня уже укусит. А ты не подходи, ты тогда как-то спрашивай на расстоянии. Умка, как твои дела? Не надо, не надо. Дай бог. Ты здесь деревья какой-нибудь. Вон. Нифига не лапу взять. Как у бычки уже такие лапы. Добрый. Ну даже хватит можно. Да, не знаю, что получится. Не надо так ее делать. На этом я останавливаю съемку. А? С той стороны нет. А уже поздно. Уже, во-первых, эмулятор разрядился. Во-вторых, на этом останавливаю съемку. Стекло заляпано. Не знаю, какого идет качество видео. Так что до завтрашнего светлого периода времени. Когда спит, он вообще. Двигаемся в сторону завода Уковска, Ялуторовск и Тюмень. Все, пока. Все, поговорим. Я с ними разговариваем. Снимать не видит. Это девочка. Не мешает сейчас. Дома пошли другому. Алло, Кася. Кася, что ты там?